Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале 250 вариантов вышивки на уроке вязания для начинающих. Сегодня мы будем изучать с вами еще один вариант вязания резинка 1 на 1. Хочу вам напомнить, что на прошлом уроке мы с вами уже изучили, как правильно провязывать, как набирать петли, как делать вязальное полотно чулочной вязкой и как вот закрывать и как правильно набирать края, чтобы были ровненькие. Вот сегодня мы будем делать резинку 1 на 1. Тоже набираем петли так, как же мы набирали. Аккуратненько, не спеша. Резиночку будем делать с первой петли, когда провязали первый рядочек. С первого рядочка начинаем делать резиночку. Первую петелечку снимаем, как всегда, как я вам показывала. Вот. И провязываем одну вперед, другую назад. Одну вперед, другую назад. Одну вперед, другую назад. И так до конца ряда. Вот мы провязали уже нашу резиночку до конца ряда. Вот у нас получается вот такая вот резиночка 1 на 1. Если мы повязываем еще несколько рядочков, там 50 или 100 рядочков, может получиться красивый шарфик. Или же может просто быть резиночка для начала какого-то изделия. Свитер или жилетка. Такой. На этом будем заканчивать мой урок вязания для начинающих. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.